Паутина. Соседи по дому, бывшие слесари, наладчики, фрезеровщики, кузнецы, ежедневно выпивают возле подъезда, ругают правительство, ведут разговоры философские, пара Жигулевского, расподяженный спирт, яйца, хлеб, щебетание малых сих, взгляд из окна, вывеска «Веломиру Бещурица Велимиром», содержание тетрагидрограмматона в крови, как никогда высоко. Каждое утро входишь в мир под чужим логином, обходя блокирующие программы, просачиваясь сквозь фильтры, снова и снова наталкиваешься на сайт Бога на реконструкции. Пройдите на сайт «Металлические конструкции». Сбросим Пушкина, сбросим с парохода современности, с паровоза современности, с аэроплана современности. Сгнил уже последний пароход, а на выставках все выставляют писсуар Дюшана. Теперь с содержимым. Гнозис. Рекламный сандвич на Невском. Мир second hand. Как нам жить теперь с этим знанием? И вот ему приснится ж такое, будто он, я, он, крупный поэт значительной современности, автор книги «Заблудившийся жираф», любимый женщинами и народом. Каково лечь не вовремя в долине Дагестана, разорванный взрывом шахида. Куплю в магазине у Тома лапшу и батон нарезной. Мне улица эта знакома, плывущая в полдень и зной. Знакомы деревья и лица, и даже когда я умру, мне улица эта приснится, плывущая в сон и жару. Лесбиянки, разместившись в беседке, выпивают спиртные напитки. Две старушки-соседки обсуждают подробности пьянки, в силу времени мыслью непрытки. С кошкой возятся толстые детки. Хорошо, говорит дядя Боря, ветер кружит листок голубой. Нет на свете ни смерти, ни горя. Научись раздеваться за деньги, научись отдаваться за деньги, научись продаваться за деньги. Будь собой. Панночка, молодая поэтесса, пишущая с 40 лет, получила грант от обл.администрации на издание первой книги, позволяющей стать членом литературы. Молодая поэтесса ночами проникает в квартиры, мирно спящие, глядит телевизор, сосет кровь ваших собак, детей, днем оборачивается учительницей начальных классов. О, молодая поэтесса, о, раздвинь свои бледные ноги. О вечном. Генеральным спонсором этого стихотворения «О вечном» является торговый дом «Зомби и сын», владелец сети супермаркетов и аптек. Уберите детей от ваших голубых экранов. Собственно, текст из первой поездки в Нижний Новгород. Два инвалида у ларька, один в параличе, трясется телом, а рука, сжимая пиво до глотка, вихляется в плече, подпертой палочкой, другой не шевелит ногой. На майке выведено «Лав» и голос шепеляв.
и оба молоды, и речь ведут свою о том, что надо бы на себя беречь для будущих чудесных встреч. Стоят одни вдвоем, и одноногий инвалид другому говорит: а если будешь пить, бухать, не будут девушки ебать. С посвящением рязанскому поэту Сергею Свиридову. Выходит Пригов в зимний двор, там воробей клюет рябину, и тут такая жажда твор, ить и еть толкает в спину. И сам он, как бы воробей, да в общем и рябина тоже, собой подобен хоть убей простому русскому Сереже, который как бы сын полка, а между тем дитя народа, без языка. Без языка, на что ему тогда свобода? И нечто страшное кричит. Родина, смородина, рябина, может быть, в черемухе овраг, тяга к соловьям неистребима, если мир описывать вот так. Родина, болотина, канава, за забором брошенный завод. Или так, отечество, держава, лес сосновый, ноздреватый лед. Право, слава, всякая отрава, право, слово, всякая оправа. Все сгодится, все сойдет. В коридоре больницы вереница старух, мне случайно приснится бог мохнат, шестерук. Громким криком пугает, в колоколец звеня, где природа другая окружает меня. Непонятна и зыбка протяжение вещей, сон лукавая зыбка, в ней младенец Кощей. Черным солнцем я занят, ем мезгу и горох, занят Бог. Так, новости. Возвращаясь с митинга козлогласных, гражданин Борщев был задержан за сугубую приверженность Дионису и площадной Афродите. По суду дали 15 суток ареста. Эту новость мгновенно распространили множество интернет-порталов, блогов. Партия Вакханки России гневно осуждает, клеймит позором преступные действия варварского режима Гипербореи. Мясокомбинат. Фура со свиньями въезжает в ворота. Истошное хрюканье, запах навоза. Стоящий на остановке спрашивает: если бы тебя так вот везли на убой, ты бы не обосрался после смерти лежать на продажу остро пахнущей колбасой? Последнее стихотворение из этой книги. Псалом. Больше мы о нем ничего не знаем, о себе ничего не знаем, ни о ком ничего не знаем, только плачем, только вздыхаем. Больше мы или меньше мы, шаурмы, костромы, сумы, что они значат, что мы означаем. Ожидаемые такие после праздников книги, которые должны выйти в арсенале, что-нибудь попробуем. Однажды мне приснилось стихотворение о человеке, сросшемся с деревом, покрытым уже корой, почти потерявшим дар речи, добровольно переставшим быть человеком, проснувшись, не записал ничего.
Между вишен и черешен человек висит повешен. Он по имени Семен, черный жук сидит на нем, а жена его молодая не убивается, рыдая. Она сбежала на Кавказ, туда, где горы, и вырос ядовитый глаз на месте семейной ссоры. Алеша, ша, подумай не спеша о чем-нибудь значительном, высоком, о том, например, что такое душа, и кто там рыдает под боком, конфетным фантиком шурша. Вот. Многие любят рогалик, некоторые Ленор Горалик, умирают и те, и другие. И остальные все. Это стихотворение называется «Ностальгия». По полям во все, по лугам в росе, по разделительной полосе, по советской ливерной колбасе умирают и те, и другие, одетые и нагие. Умирают все, танцуют все. Истекая потом, потом, словно бабочка в окно, мы заглядываем, что там, скучно, страшно или смешно. Члены ли райского райкома голосуют незнакомо, голосуют в очи суд, вот тебя они спасут. Что там, сахар, дырка, кома или впрямь последний суд? Все женщины устроены одинаково, пишет в дневник милиционер Кононенко, естества пытатель. Дважды бывал в Чечне, в командировке. Там открылась родина, та же баба. Ждет-пождет себе мужика, сопротивляется слабо, когда проникает под подол рука. Вернувшись на даче, убил жену молотком. Ныне готовится к священному браку. Подготовлено все. Надо только сбежать из больницы. Мать говорит: сынок, сходи, сдай бутылки в библиотеку. Жизнь коротка, забудем от пищи, будем пить, петь, веселиться. Мать говорит: внученька, роди мне нефритовую статуэтку с серебряными зрачками. Жизнь ничего не стоит, ни на рынке, ни на войне. Будем же рвать на себя одежды, пока кровь не хлынет из всех отверстий. Мать говорит: злой сосед, дядя Вова, у тебя есть петля и ножовка. Сделай мне страшно, сделай мне стыдно. Хочу посмотреть наизнанку жизни. Тесно ли в гробу? Можно ли второй раз родиться? Ходили на вечер Пушкина в проект «Аги». Автор совсем уже исписался. Столько лет ни одной новой вещи, а все выпускает книги, получает премии, ездит по фестивалям. И главное, небритый, седой, опухший. Нравится девушка. Какие-то молдаване
убили тебя вчера. Говорят, утопили в ванне, пытали насчет добра. И вот ты лежишь протяженный, забыв про насущный смех, и все твои бывшие жены помнят тебя лучше всех. И вот ты лежишь протяженный, готовый для новых мук, и все твои бывшие жены с тебя отгоняют мух. И вот ты лежишь, как в разведке, врагами взятый в кольцо, и все твои бывшие предки смотрят тебе в лицо. И вот ты, как овощ на полке, и в теле твоем изъян, и все твои бывшие волки славят царя обезьян. Пистолет. Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет. Пистолет играет важную роль в современном искусстве. Пистолетом художники пишут картины, пистолетом поэты рисуют стихи, музыканты подбирают созвучия на пистолете, кинематографисты пистолетом снимают выдающиеся художественные фильмы. Может быть, и я смогу при помощи пистолета извлечь из себя что-нибудь. Когда я слышу слово «пистолет», я хватаюсь за пистолет. Когда я слышу слово «женщина», я хватаюсь за пистолет. Когда я слышу слово «слово», я хватаюсь за пистолет. Игрушечный, боевой, газовый, травматический, пневматический, водный, строительный. Когда я хватаюсь за пистолет, я слышу слово. Где мое черное слово? Где моя черная женщина? Где мой черный пистолет? Последние пока из книги, готовящиеся в двух частях. Предприниматели предпринимают попытку государственного переворота. В центре столицы войска, полиция проводят обыски, конфискации, расстрелы, казни. Головами главных бунтовщиков угрожают стены, ворота. У демонстрантов духоподъемные лозунги. Радостные, довольные лица. У президента приступы паники, светобоязни. По ночам он сходит в подвал и пытает лично. Хочет понять, за что, суки, за что. Он же отец народа. Зарубежные голоса обсуждают, как нам реформировать всю систему. Министр внутренних дел успокаивает. Это какие-то подонки, уроды. Интеллигенция кается. Мы лишние люди, совершенно лишние. Сосланный на север чиновник сочиняет лирическую поэму. Престарелый диктатор застрелен офицером личной охраны. Офицер казнен, правительство собирается срочно. В загородной резиденции, на тайные совещания. Народ заполняет привычно магазины, офисы, банки, храмы. В провинции жизнь тиха, в столице порочно. Сетка вещания не меняется, пресса хранит молчание. Министр иностранных дел обеспокоен возможностью ввода международных сил. Остальные, каждый, включая министра культуры, видят себя новым владыкой. Премьер-министр что-то чертит в блокноте. Образование мучим жаждой. За окнами резиденции небольшая природа густо буйствует березами, лютиками, ромашками по великой. Так, и надо полагать некоторое количество совсем новых текстов. Ну давай, защищай русский народ, блатную романтику, грозных, железных его, стальных, государей, дух кровяной, от него же и чирьи по роже, и крыла за спиной. Уж такой-то дух, прямо ух, из мекины растет, из спасибы, нам от бани до дыбы, и при каждой стоит часовой, перерыв на обед часовой, перерыв на обед с часу до двух. Мертвые матери любят нас так же, как и живые. Помнишь историю, некий нос бежал гражданина майора, кто государеву службу нес, мертвым в бару ржавея,
каждый скромно ответит из нас: такая моя манера. Вот дочь офицера, жена гренадера, супруга гусара, подруга прицела, подруга прицела, подруга удара, владыка коптера. А в комнате Бога, да, в копоте зала, нас много, так много, нас мало, как мало. Играет вальсочек, колышутся звуки, за синий платочек, за вечные муки, за вечные, млечные, вечные муки. Все прах и тлен, Лили Марлен, все только прах и тлен, и страх, и плен твоих колен, и трах, и член, все тлен, и гуинплен, и чвингам, упавшие к ногам. Гуляй и пляши, пой, Лили Марлен, над праздничной толпой, пусть щупает тебя слепой ладонью и губой, тебя, твой облик голубой, а ты пляши и пой, пусть развивается чулок, слетевший с полных ног. Тебя поднимут на штыки, тебя, Лили Марлен, тебя разрубят на куски, и юноши, и старики, их содрогания сладки от счастья и тоски. Ты всем нужна, ты всем жена, нежна, обнажена. Все прах и тлен, Лили Марлен, все только прах и тлен. «Спи дома», — говорит Спидола, — «не шляйся по разным сборищам безобразным, ибо блажен муж, и жениди в непотребном виде с девкой срамной к тому ж. Обуяла меня стыдоба, спасибо, мать Спидола, научила ты меня уму. Не пойду во тьму, тьму внешнюю, злую, кромешную, в ней же урки, орки, нарки и гома. Останусь дома». Следующее стихотворение с эпиграфом называется «Народ». Эпиграф. А народ-то народ, что народ-то народ? А народ-то народ, он не ебаный в рот, он что-то такое знает, заветное. Вот народ, он народ, не какой-нибудь сброд, он тебя не предаст, даже если и съест. Он народ, а не митинг, ни сходка, ни съезд, ни кружок, ни боржок, а народ. Вот народ как народ, у него недород, и на пыльном столе заржавел бутерброд, в голове его пля, на траве его тля, и в кармане 4 рубля. Вот народ, а народ из кого состоит? Тот дурак, тот урод, у того не стоит. Этот в кепочке драный, этот ходит с охраной, в странной партии тот состоит. Но все вместе народ, а не наоборот. Он народ, ты народ, я народ. Вот народ, а народ состоит из души, песен с плясками не в проворот. Про него что-то там не собри, не скажи, все равно будешь жить, не полжи. Не полжи, 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 не полжи. Взял, назад положи, не полжи. Волга, водка, мать родная, что же ты за Волга? Не видал конца ни дна я, ни лисы, ни волка. Волга, водка, Волга, ворка, Волга, вгла и влага. Ветер шоркал, ветер воркал, шаркал, как бродяга. Ветер варкал, ворон каркал, по степу носила.